звук номер 38, звук для зубов, который записать буковками нельзя, потому что он такой. Как бы приклеиваем весь язык к небу, проводим языком по небу и отклеиваем. Не боковыми частями языка, это неправильно, а как звук ца. Угу. Да, совершенно, как будто у вас к небу приклеилась конфетка-сосучка, и вы ее оттуда пытаетесь отлепить. Очень хорошо помогает при зубной боли. Очень хорошо помогает, просто великолепно. Естественно, если у вас в зубе дырка, то желательно сходить к зубному. Но при воспалении нервы очень хорошо снимает воспалительный процесс. Вот. И если включить селезенку, а потом работать с вот этим звуком, то можно вырастить зуб. Опять же, я лентяйка, я этого не делала, потому что это нужно делать в течение пары месяцев по 3-4 раза в день цыкать, включать селезенку и цыкать. Но вы знаете, что сейчас есть очень много практик по выращиванию зубов всяких разных, что совершенно логично, потому что стволовые клетки у нас есть, стволовая клетка может превратиться во что угодно, а зубы у нас как раз развиваются, как из семечка росточки прорастают. Из стволовых клеток вырастают новые зубки.